Доброе утро! Я уже позавтракала, даже не допила кофе. Что-то вареного кофе. Это был натуральный миндальный кофе, сваренный в гейзерной мультиварке, ой, кофеварке. И он, ну вот, мне полкружки достаточно, больше не могу. Творог. Здесь творог, сметана, замоченный изюм и банан. И тоже не доела, поэтому будет попозже. Попозже доем, либо Гришка доест. В общем-то, очень вкусно и сладко достаточно. Думала, что сахар придется добавлять, но нет. Сегодня у нас достаточно прохладно. Сколько там, 12 или 13 градусов. Но могу сказать, после 32 позавчера это даже холодно. Дети одели опять куртки и шапки. Утро у Гришки начинается сразу с муравьишкиной фермы. Солнечный. С увлажнения, да. Как это полезно же перед начало дня со стакана воды начать. Но Гриша начинает с муравьям дает выпить водички. Еще и поднимал, кстати. Но она не горит. Да, папуля нам рыбу привез. Сегодня будет, я не знаю, на ужин, наверное, да, жареная рыба. Не надо ее жарить. Выпустим. Засушите. Засушить ее. Гришенька, ее будет замариновать. Не пожарите, мясо сколько. Я буду сейчас готовить обед. Поджарю на сковородке домашнюю колбаску из свинины и кашка пшеничная будет вариться, но 100 лет я не варила просто на огне. Надеюсь, что не подгорит, не убежит. Ничего с ней не случится. Все потому, что у нас свет опять отключили. Мультиварку не могу включить. Что? Икра, духовка. Икра? Класс. Ставь Ты сюда. уже, вижу, приготовила, да? Нет, я же жарю тут колбаски домашние. Но, а свет еще не дали? Гриш, свет еще не дали? Огневая, Нет. Там будет шуметь, когда будем вязать, поэтому не заведу. Ты-ды-ды-дынь, давай не счастливее. ты-ды-ды-дынь. Ну сходи на рыбалку, чего ты несчастливый? Думаю, что в интернет будет ловить. Нет, думаю, там без интернета тебе Откуда очки, да? будет не скучно, да. Электроудочка. Удочка с Wi-Fi у тебя, да? Да. Домашние колбаски я всегда обжариваю под крышкой, чтобы они там еще немножечко пропаривались и не только обжаривались. Вот. И сейчас это обжарится, и еще одну. Это родня наша делала. Вот мы их замораживали, и сейчас будем уже обедать. И салатик еще осталось приготовить. Просто слежу за кашей, не ухожу, чтобы она не убежала. И, честно, просто уже давно не варила кашу в кастрюле, поэтому забыла, что это такое, когда каша убегает, пригорает. В общем, когда с ней что-то случается не так. Так что слежу, самое главное, за кашей, а потом пойду за шпинатом. Я пришла за шпинатом. Тут так птички здорово поют. Я не знаю, слышно там или нет на видео. Так, сейчас буду рвать молодые листики, потому что он уже такой постарел. Слышно птичек? Все, нарвала мисочку шпината. Иду мыть его и делать салат с огурцом, с яйцом и с майонезом. Мы продолжаем вязать. Сегодня у нас петрушка. Вот такая вот зеленая. И кинзу сейчас родители принесут. Ее сегодня заканчиваем. А Гриша собрался выезжать. Ему сегодня не надо в школу. Хорошо, что и света нету, зато убираться не буду. Да, сегодня думали у Гриши в комнате все постирать, но не судьба, да? Кто-то даже рад. Давай я закрою. Где ты там нарыл червей? Пойди пока руки в душе, там хорошо. У нас 6 часов, недавно только дали свет. Я сейчас буду жарить рыбку. Степа все почистил, поделил нам на двоих. Единственное, себе еще хвост и голову забрал. Мы не будем такое. Ну, то есть уху я не хочу варить. Я знаю, что дети особо не будут это есть.
Поэтому сейчас пожарю рыбку. Здесь сколько там стейков. Я сейчас все хорошо вымыла. Воды не было, поэтому не готовила. Ее сейчас посолю, поперчу. И буду просто жарить с двух сторон на сковородке. В общем, радости полные штаны. Потому что это амур. Он столько с вот этой спиной, да, вот, в общем, с большой косточкой. Больше костей нет. Представляете, сколько тут мяса. В общем, мы все счастливы. Все, рыбка моя жарится. Я так рада. Уже хочу ее попробовать. Вот, все, пожарю сегодня. Просто посолила, поперчила и обваляла в муке. И все, жарю с двух сторон. Мы в Каратэ приехали. Гришка хромает, да? Что, вы сегодня ноги набивали? Левая нога каменная стала. Пошли сейчас, бодяга же у нас есть. Пошли. Это что, вы сегодня набивали на ногу? А у тебя спинка болит? Да. И что, ее тоже надо помочь? Пенсионером стал? Да. Пенсионер ты мой любимый. Пошли. Ты хотел дверь открыть? Ну уж нет. Вы ссоритесь с Григорием. Я буду открывать. Афонь. Защита, Гриш, защита. Обувь, пожалуйста, поставь, сынок. У меня сегодня на вечер пряничное тесто, чтобы завтра можно было испечь пряничный тортик. Цифра 3 будет. Ну, это заказали, сынок. Фанька, тут в тачке Маквин играет. Да вот какой. Ты уже сам умеешь, да, сынок? Да. То надо ехать. Ехать? Да. Скажи ехать. Ехать. А скажи купите. Купите. А скажи машина. Машина. Скажи дедушка Саша. Дедушка Саша. Да? А еще как у тебя дедушку зовут? Дедушка Саша. Другого. Бабушка. Какая бабушка? Баба Инна. Правильно. А другой дедушка? Ух ты, ты прыгаешь сам? Фунька, в общем, уже тут сам клацает все. Мама уже ему не нужна, да? Так, Гришке сегодня ногу, ну там всем, да, сегодня были какие-то там тренировка на ноги, в общем, бодягой теперь намазали ребенку ноги. 82 рубля стоит такая бодяга. И тебе надо, а тебе зачем? Да? Ну, да, папа мажет, мама не мажет. Не, папа помашет. Нет. Все к папе. Нет. Все, всем спокойной ночи. Всем будем... Все, мы отдыхать. Сколько у нас? 11:15 уже. Завтра? Нет. Завтра все. Я выберу не телек, а компьютер. Да?